Сольные проходы, дриблинг, красивые голы и, конечно же, эмоции. Все это можно было увидеть на детском международном турнире «Кубок Колыванова», который проходил в манеже футбольной школы Чертаново. За престижные трофеи борьбу вели 8 команд. В финале сошлись юные футболисты «Шахтера» и «Киевского Динамо». При этом решающую игру судил выпускник Чертановской школы, а ныне действующий арбитр ФИФА Алексей Николаев. В украинском противостоянии сильнее оказались ребята из Донецка. «Шахтер» победил 3-0 и впервые стал победителем турнира. Победа! Мы приехали издалека, и это было очень радостно. Теперь мы будем ехать в автобусе домой и смотреть друг друга в глаза с радостью. По идее, здесь судья вообще не нужен. Столько эмоций, которые сами помогают ребятам управляться без судей. В принципе, здесь не нужен, как, наверное, сами все понимают в этом возрасте.